Дорогие друзья, это совместное прохождение Dead Island Definitive Edition, и мы остановились на том, что мы взяли задание спасательной башни там у людей, и мы прошли вот такой вот путь и пришли к маяку. Мы увидели, что здесь есть люди, выжившие, вот, и в общем нашли еще одно безопасное место. Также мы тут аудио нашли, довольно печально. Вот, давайте возьмем задание. Ее зовут Линда. Ее изрядно потрепало. Я даже не знаю, как она смогла сюда добраться. Возможно, на одном адреналине. Ей нужны обезболивающие и перевязки. Сможете найти? Эти бинты будут ряще для Линды. Хорошо. Я готов. Спасибо. На дороге, ведущей к бунгало, есть перевернувшаяся машина скорой помощи. В спасательной башне тоже есть медикаменты. И там можно найти все нужное. Возможно, на берегу есть автомобиль службы спасения. Постарайтесь побыстрее, ладно? Ей в самом деле очень плохо. Хорошо. Так, я не могу, я связалась с пилотами этого самолета. Они сказали, что совершают аварийную посадку на границе джунглей. После этого связь с ними прервалась. Но если они успешно приземлились, мы сможем использовать лайнер для того, чтобы покинуть остров. Идите самолет на окраине джунглей. Это я могу. Эй, этот самолет может стать нашей последней надеждой. Ну, тот самый самолет. Да, кстати, может. Еще как может стать нашей последней надеждой? Да какого черта? Мы пошли с Джеймсом к маяку, чтобы просигналить его фонарем сигнал СОС. Но там что-то не то с электричеством. Маркус отправился проверять трансформаторы, от которых запитан маяк. Но так и не вернулся. Кто-то должен выяснить, что с ним случилось, и попытаться пустить ток. С тобой они не могут сделать то, что с нами. Может, ты нам поможешь? Найдите Маркуса и почините трансформаторы, от которых запитан маяк. Хорошо. Да. Отлично. Трансформаторы находятся в северной части золотых бунгало. Если ты сможешь восстановить электроснабжение, я пущу тебя на склад. Меня, кстати, зовут Дарвин. Без проблем. Кстати, у нас там новый уровень. Давайте лучше что-нибудь себе. Так, ноутбой у нас есть. Давайте бой лучше. Хорошо. Так, вот здесь у нас задание. Так. Угу. Понял. Давайте. О, награда. Чертеж бомбы с баллона. Класс. Это классно. Так вот. Куда же я дел эту хрень? Эй, спасибо! Вы поможете моему мужу! Класс. Я тут пытаюсь организовать бизнес. Пока дела идут плохо. Ой, не могу взять. По уровню не подходит. Ладно. Давайте сядем машинку. Наконец-то мы нашли работающую машинку. Так, давайте тогда поедем вот сюда. Заводим машинку. И поехали. Да, что здесь немного неудобное управление. Хотел врезаться мне, в итоге я ее сбил и сам врезался. Так, вот здесь у нас бензоколонка. Что-то, если здесь был уровень сложности 5, значит здесь что-то очень трудное будет. Эй, вы, подойдите к двери, сейчас я вам открою. Так, давай. Вам нужен бензин. Увы, насосы не работают. Электричества нет, а генератор стоит на складе. Это через дверь, но главный вход туда закрыт. Возможно, туда можно влезть по-другому. Попробуйте через крышу. Идите с заднего двора, чтобы вас не заметили. И возьмите канистры.
Когда заберетесь туда, включите генератор и наполните канистры. Мы будем ждать здесь. Сейчас жутко опасно куда-то высовываться. Спасибо, Зош сказал. Включите топливный насос. Ой, лопата у нас здесь есть. Сколько здесь всего. Неплохо. Слушай, давай сюда пойдем. Отдыхай. Загорай. О, вот, нет. Так, вот это сюда надо выйти, значит. О, нет. Вот он, тот самый громила. Как тебе это, сука? Жмори. Поверил под все, отлично. Бита. На, спешка. Так. Пустая канистра. Браво. Давайте снимем палочку. Так, вот здесь магнит, $8. Ой-ой-ой. Так вот канистра. Давайте наполним. Мы уж и не знали, о, нет. Идут. Сдохни, ублюдок! Еще. Ну что, ты больше? О, нет. Ты еще что сделал? А, сколько это правда? Ой-ой-ой. Чего на канистру взять? Слово. Так, все. Так, давайте наполнять канистру. Хорошо. Так, ну вроде все, вроде наполнили. Так, и надо нести сюда. Давайте. Мы уж и не знали, увидим ли вас снова. Давайте. Вы это сделали, невероятно. Как бы отсюда выехать сейчас. Нравится? Ну, походу, что да, походу, что нравится. Так, давайте сейчас я маркер быстро поставлю вот сюда. Все. Пойдем отсюда. Точнее, поедем. Да.
Ой-ой-ой, чуть не врезался. Что за булька не было? Несем канистру. Быстрее, иди. Спасибо, этого должно хватить. Кстати, я Майк. Я там тела снаружи в кучу свалил. Пора приступать. И что это было? Странно, что это было? Ладно. Так, что у нас? Я расхушат вашу сопротивляемость. Урону. Неплохо. Давайте это возьмем. Что-то странно как-то. Погиб нужный герой. Еще странно. Ты найдешь то, что мне нужно. Тем раньше ты сможешь сесть за руль этой так. Ого! Отлично. Возьмите. Так, что у нас здесь? Ну что, как оно? Этим ты спас множество жизней. Может, и Энн тоже выживет. Спасибо тебе. Все, серп. Спасибо за серп. Так, вон там еще что-то. Это жерелье. Да, это оно. О, спасибо вам большое. Вот обещанная награда. Спасибо. О, хлеборезка. Давайте возьмем. Отлично. Посмотрим, что у нас тут. Охотник за сокровищ. Ура. Выполнено. Алкоголь. Так, где там? Вон тебе вот. Молот. Херовый отпуск, да? Но я помогу вам. Вам нужно оружие, и я вам его сделаю. С кирпичами и бейсбольными битами далеко не уедешь. Поджигайте их! Они отлично горят. Сделайте себе несколько коктейлей Молотова. И сможете сжигать этих говнюков толпами. Принесите мне бутылки. Я смешаю вам коктейли. Достаньте 5 бутылок виски. Ого. Хорошо. Мне понадобятся пустые бутылки из-под виски. Или водки. Или еще чего. Наверняка их тут можно найти. Хорошо, хорошо. Мне понадобятся пустые бутылки из-под виски. Или водки. Или еще чего. Наверняка их тут можно найти. Ну ты это уже говорил. Так вы хотите сжечь этих ублюдков? Ну это опять же регулярное задание. Так, куда нам там еще надо идти? Вот сюда. Давайте найдем пешую мишку. Так, спустимся. Наконец-то этих трупов больше тут нет. Угу. Поехали. Let's go. О, что можешь подобрать? Давайте подберем.
как страшно. Так. Садимся. На, получаем. А, не получаем. Давайте проверим, там, что там с мужем случилось. Той женщины. Ну, он точно там уже, наверное, в зомби превратился. Ну, вот его. Этому ублюдку конец. Эх, печально, он уже в зомби превратился. Да. Очень печально. Так что здесь еще есть алкоголь. Угу. Так, ну все. Теперь мы проверили, что стало с этим мужем. Так сказать, мы его уже обманули. Мы больше людей не любим. Заносит. Ужас. На, брить. Получать. Как же на машине их легко убивать. Ну, здесь повсюду просто. О. Отель. Пора уходить из машины. А что такое? Поехал. Нет, бежим. 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 И чекаем. Вдруг тут есть что полезное. Ну да, вдруг. Так, нет, давайте лучше побежим. Ужас. Тут отель, наверное, здесь просто сердце этого обитания зомби. Где там этот мишка? Вон. Ого. Почти убил. Минус. Так, где? На. Ого. На тебе. Так, давайте выломим дверь. Что у нас здесь? Тихо. Ох, ты что? Чего еще что выборзил? Столько крови. Что здесь сидишь? Он что-то чуть не убил меня. Тут сидишь просто. Ну, большой мишка. Это да. Наконец-то вот человека увидели, правда он. Сумасшедший какой-то. Кажись, каннибал какой-то был. По-моему. Так, что у нас там на карте? О. Отмеченный противник. Ну давайте. Мочите этого урода! Чем фонарь такой чем? О. Подойдите-ка сюда на секунду! Слушайте! Есть один высокий омбре, который должен мне денег! Мучу Динеро! Но свалился от этой чертовой инфекции и, походу, вовсе не собирается возвращать мне долг.
Я думаю, все его деньги в бунгало. Но мне нужен ключ. Вряд ли он еще нужен этому несчастному Ихотепута. Если принесешь мне ключ, мы поделим деньги. Договорились? Сберите ключ у неживого заемщика Омара. Хорошо. Это я могу. Хорошо. Слушай, мимо него не пройдешь. Очень высокий. Я уверен, что видел его в баре. Возвращайся, когда найдешь ключ. Хорошо. Пойдем. Так, куда? Давайте пойдем начали этих противников отмеченных. Больше, чтобы их не стало. Гор какая здесь красивая. Спрыжка. А вон они там сверху. Так, сейчас. Вот так вот. Ой, как вас тут много. Ну, подходи сюда. Подходи. Что, оружие так просто сломал? У нас пушка. Все, блин. Ну, ничего. Ай, какой яркий свет! Где я? А, кажется, я вспоминаю. На меня напала толпа каких-то придурков. Я побежал. Мне удалось запереться здесь, но пришлось убить бармена. Этот охреневший урод хотел меня укусить. Еды у меня не было. А вот бухла хоть отбавляй. Только вот теперь у меня башка раскалывается, и надо бы похмелиться. Не достанете мне немного выпивки? Я-то в долгу не останусь. Достаньте, достаньте выпивку. А? Ладно. Я тут подожду, если вы не против. Ой, даже на ноги встать сил нет. Мне нужно выпить, чтоб... Ладно. Я тут подожду, если вы не против. Так, что здесь подобрать? А, это хлеборезка моя. Ладно, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Оцените это видео. Всем удачи и всем пока.